Смотрите, почему у меня в руках лилии? Потому что мы сегодня едем в Полтаву до тети Лили. Кстати, всем привет! Подносить лилии, потому что засохнут. Сегодня у нас день какой-то неудачный. Сегодня мы начали ехать в Полтаву и к Леще. Но выезжали с дома, и у Лёны Клещ на шее сидел. Клещ сидел на шее. Пришлось домой обратно вернуться, чтобы мой крестный Владька достал его. И еще одна причина. Мы едем в Полтаву, а тут у нас колесо пробилось. Я думаю, это вертолет летит, а это у нас колесо пробилось. Дед теперь тут стоит, вот машина наша, и теперь дед колесо меняет. Вон, домкратом машину поднимает, что-то машина. И сейчас еще начинается дождь и сирена. Уже отмена воздушной тревоги. И мы, наверное, выполнили все неудачности. И у нас будет удача, наверное, дальше. Я же говорила, что неприятности уже закончились. Вон, солнышко уже выходит. Еще у бабушки Аллы во дворе растут вот такие красивые лилии. А это красавица Хоста, это цветок такой. Хоста, цветок. Тут было гнилое дерево, и бабушка Алла отрезала гнилое дерево. Вон, снизу. Гнилое тут. Бабушка Алла отрезала это дерево. И посмотрите, как яблоки растут. Будто как помидоры. О, какие-то странные. Эти яблоки. Новый способ сбора урожая. Дед отрезал ненужную ветку на вишне. Вот, ветка вишни валяется. И вот это я буду сейчас собирать всю вишню на этой ветке. Красивые васильки. Еще этот сорт васильков называется черный шар. Потому что они чуть-чуть закругленные и черные. Мы уже приехали домой с Полтаву в Карловку, и у нас за двором тоже растут васильки, только обычные, синие. Сейчас я пойду домой переодеваться и поедем за Лерой в садик. Мы ехали с садика, ну, вот так вот, и нашли ежика по дороге. Шел. Такой крутой, холодный. Нет, да? Он скользко даже перестает. Он такой классный и шипит еще. Какой злой. Богдан, дай я посмотрю. Вытани его головку. Как это? Богдан, дай мне. Он колючий. Ничего. Я это взял так, чтобы у него колючий. Нет. Такой красивый. Я напрягаю. Куда ты? Колючка, ты куда? Да, колючка. Ты куда? А сейчас он поехал с нами. У него семья тут. Так потом найдет. Мы его обратно привезем, когда будем ехать домой. Ежика. Хай ежик убегает, потому что у него, наверное, в лесу есть дом, пока, семья, походу. Колючка, пока! Пока! Пока, колючка!
только что вам показывала ежика, которого мы нашли на дороге. Я вам хотел сказать то, что у бабушки Аллы тоже ежик на даче был. Он там даже покушал, бабушка Алла давала ему поесть. А на этом все. Всем до новых встреч!